Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой. Называется Hits Cash. Вот как-то такое название. Стартанул 26 февраля. Этот проект, друзья, из серии «Бабок нет». Почему я решила принять участие? Значит, мой пригласитель, рефер, инвестировал в этот проект, вот он зарегистрировался, $63. Проект платит, он проверил его на вывод, все замечательно. Ну, вот и я решила. Так вот он выглядит. Можно начинать без вложений. Когда мы набираем 1600 баб монет, появятся бонусные кошелинки, мы окажемся в первой группе, и денежные кошелинки. И будем зарабатывать по 12 центов. Вот. Я уже все тут зачитывать не буду. Переведете, все читать умеем. И почитайте. Вот здесь таблица. Сейчас я рекламку всю закрою. Так, здесь таблица, первый уровень. Вот нам надо набрать 1600 баб монет, чтобы быть в первой группе. И тогда уже пойдут платные объявления. И там так далее по нарастающей. Вот мой пригласитель, сколько, $63 закинул. По-моему, он был в шестой группе сразу. Ну, естественно, он набрал быстро минималку. И он, конечно, больше минималки набрал, $7 чем-то выводил. Вот я смотрела видеообзор. И все замечательно. Через 20 минут где-то так вывод пришел. Так, регистрация. Регистрация здесь наипростейшая. Вводите имя, логин, email, пароль. Ставите галочку, разгадываем буквенную капчу. Так, капчу, ну и заходим, регистрация. Я же зайду в аккаунт. И посмотрим кабинет изнутри. Так, давайте переведем. Здесь сразу находится наша партнерская ссылочка, видим, на домашней страничке. Здесь наша вся статистика. Вот у меня 180 вот этих баб монет, поинтов. Я немножечко просмотрела. Как я сказала, можно начинать без вложений, друзья. Так. Где у нас? Вот VIF Advertis. Нажимаем сюда. И абсолютно без вложений наращиваем вот эти баб монеты. После чего переходим в первую группу. Вот я немного здесь просмотрела. Я поставлю на паузу и продолжу. Вот сейчас я вам покажу одну рекламку. Как ее здесь просматривать. Загружается сейчас шкала. Вот ждем. И ищем перевертыш. Вот он. Вот такая здесь капча. Все. Просмотр защита. Можно вкладочку закрыть. Вот мне осталось 4 рекламки. Сейчас я просмотрю и после продолжу. Я просмотрела вот эту всю рекламку. Возвращаемся в аккаунт. И у меня 255 стало баб монет. Значит. Так, вот здесь показано. Так, что еще? Сейчас я переведу на русский. Значит, здесь отпак. Здесь добавить средства. Изымать, друзья. Изымать здесь минимальная сумма на вывод. Что меня приятно удивило. Всего лишь $2. Вот. Когда будут денежные ссылочки, я думаю, можно $2 набрать. Переходов. Баннеры. Здесь будут отображаться прямые рефералы. Здесь также баннеры и
Наша партнерская ссылочка. Вот. Ссылочка вот. И баннер один, второй, третий. Так. Здесь реклама. Панель рекламодателя. И нажмите здесь, чтобы добавить новое объявление. Здесь история. И идем в настройки, друзья. Личные настройки. Прописывать здесь нужно, что? Если надо, при необходимости сменить пароль и платежный реквизит. Прописывайте. Perfect, Payer, Bitcoin. Вот здесь вот CoinPowerment. Не просто Bitcoin кошелек. Вот именно вот CoinPowerment. Понимаете, здесь после того, как писали платежные реквизиты, прописывайте пароль, который указывали при регистрации, и нажимаем на синюю вкладочку. Желательно это все делать на оригинале. Так, учетная запись. Далее, смотрите. Здесь посмотреть рекламу. Здесь отпак покупать. Я куплю позже. Здесь обязательно нажмете, прочитайте вопросы-ответы. Я зачитывать это все не буду. Это очень-очень все долго будет. Видео так как бы будет затянуто. Так. Здесь вот связаться с нами можно еще. Далее есть форум. Вот форум. Также все это перевести можно. И как бы все изучить. Выплаты есть. Вот. Так, далее. Возвращаюсь, учетная запись. Я хочу, конечно же, сюда закинуть $1, чтобы пустую мне не сидеть. Вы же работаете на бесплатной основе, наращиваете бак монеты. Нажимаю депозит. Выбираю платежный процессор. За $1 мне... Так, ну-ка. Минимальный депозит $2. Ага, я хотела доллар закинуть. О, как. Ладно, закину $2. Точка 0.0. Пэр. Так. Нажимаю послать. Пайер. Далее сейчас меня должно перебросить на платежную систему. Я пополню и далее продолжу. Я пополнила, и у меня на балансе, видите, пурша за баланс, стало $2. Теперь что? Я хочу купить рекламный пакет. И у меня будет первая группа из 14. Так, отпак. Так, ну я возьму тогда, раз у меня $2. Два отпака. $2. Так, и у меня будет что? Так, клики, которые я получу, 500. Бонусный рекламный баб-пакет, 6 пакетов. Ставлю оригинал. Нажимаю купить. Все, давайте почитаем, что мне написали. Покупка рекламы успешно завершена. Клики ПТС и бонусные рекламные баллы БАБ были засчитаны на ваш счет. А замечательно. Сейчас посмотрим. Учетная запись. И у меня что? Стало 6255 БАБ монет. Уровень у меня стал первый. Так. Так, количество объявлений 17. Так. И посмотреть рекламу. И вот под, у меня появились, обратите внимание, сразу платные ссылочки. Один, по одному центу. 1, 2, 3, 6, 9, 10, ну, 12 центов. 10 реклам. Давайте одну посмотрим. Опять загружается. Так.
Подождем. Опять ищем перевертыш. Такой вот. Все, мне зачет. Я просмотрела одну рекламку, эту можно закрыть. Так, ну все, вроде я вам основную такую показала. Также здесь читаем информацию, что пишут нам. Так, от ПАК добавить средства изымать показала, переходов показала, реклама. Панель рекламодателя. Ну, добавить рекламу. Ага. И здесь я уже могу добавить рекламку. Но это уже будет после. Вот. Я и так уже видео тут затянула. Конечно, заглавие, целевой уровень, максимальное количество кликов в день. Вот. Ну, вот так вот. Все странно, например. Вот так ушки. Так мы будем рекламить. Так, настройки я вам сказала. Есть форм, тоже показала. Вопросы-ответы почитаете. Что еще? Ну, вроде как все. Здесь вот R-группу посмотреть. Вот здесь вот эта группа. Также вот читаем вот эту всю информацию. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки или дизлайки 2 раза. До новых встреч!